Всем привет! Сегодня мы подведем итоги акции «Джекпот 2017». Более 10 тысяч клиентов «Картина ТВ» из разных стран приняли участие в акции. В первом этапе акции мы разыграли более 100 призов. А сегодня, прямо сейчас, мы узнаем, кто же выиграл призы второго этапа и кто же станет счастливым обладателем главного приза поездки на двоих на райские острова на Мальдивы. Итак, не будем тянуть, давайте же узнаем, кто станет обладателем первого приза скутера AirWheel. Я запускаю барабан. Итак, на новом скутере уедет участник с номером абонемента 10 69 95 70. А сейчас мы узнаем, кто станет призером поездки в спа-отель от компании Natura Spa. Итак, термальными водами насладится участник с номером абонемента 11 36 98 74. Мы переходим к следующему призу. Прямо сейчас мы узнаем, чья жизнь станет громче с новым смарт-хоум-динамиком Amazon Echo Plus. Итак, динамик выиграл участник с номером абонемента 12 00 16 17. А сейчас мы узнаем, кто выиграет домашний проектор Cinemood. Приз выиграл участник с номером абонемента 12 22 03 42. И прямо сейчас мы наконец-то узнаем, кому же улыбнется жаркое солнышко Мальдивских островов. Не будем тянуть, начнем. Итак, счастливым обладателем поездки на двоих на Мальдивы становится номер абонемента 00 25 46 51. Итак, я повторяю еще раз, что главный приз – поездку на Мальдивы – выиграл участник с номером абонемента 25-46-51. «Картина ТВ» поздравляет всех призеров и благодарит всех, кто участвовал в акции «Джекпот». Мы желаем вам счастья и удачи в новом 2018 году. До встречи!